Лично мое, как абсолютно пацифистского настроенного человека, видение следующее. Несколько пунктов коротких. Первое, это как раз то, о чем говорил Владимир Борисович. Обучение, да, то есть знание. Кто, где и когда будет обучать людей обращаться с оружием? То есть, если брать, например, абсолютно вооруженную страну, гражданское население такое, как Швейцария, либо как некоторые штаты в Соединенных Штатах Америки, потому что там в разных штатах совершенно разная ситуация с ношением и хранением оружия. Так вот, например, в Швейцарии там тиры на каждом шагу, там курсы на каждом шагу. И когда мне там пытались в комментариях ответить, мол, таких тиров не может быть и не должно быть больше, чем, например, автошкол в Николаеве, то я с этим абсолютно не согласен. И самый основной, на мой взгляд, аспект, проблема вот этого всего, даже не само оружие как оружие, а возможность или невозможность его приобрести. Потому что я просто зашел в интернет, просто вот первый попавшийся интернет-магазин, где можно приобрести травматическое оружие, то есть пистолет для отстрела резиновых пуль. Так вот, пистолет Ford украинского производства, Ford 12, если не ошибаюсь, стоит 12,5 тысяч гривен. А теперь представьте, сколько будет стоить боевой пистолет, который будет продаваться легально в магазине. Это исключая еще разрешение, за которое нужно платить деньги, это патроны, которые нужно отстреливать, обучаясь в тире и так далее. То есть, как минимум, это, ну, пусть даже 20 тысяч. И вот представьте себе, люди, у которых средняя зарплата в Николаеве, там, 3-4 тысячи гривен, сможет ли человек купить себе пистолет за 25 тысяч гривен? То есть об этом же никто не говорит. Все говорят, надо вооружаться, потому что у нас нет другого выхода. Да, вооружаться – это последнее дело, на мой взгляд. Первое дело – это нормальная абсолютно полиция, которая должна защищать людей. Вот полицию нужно выстраивать, а уже вооружаться гражданскому населению – это действительно последнее дело. Спасибо. Спасибо.